Непосвященному человеку эта картина может быть не совсем понятна. Казалось бы, что тут сложного? Спортсмен поднимает снаряд, отдаленно напоминающий штангу, только вертикальную. А знающий ответит – это армлифтинг. Этот вид спорта достаточно молодой. Всемирная организация армлифтинга всего 4 года. В 2010-м прошли и первые официальные соревнования в России на силу хвата. Бийск вовсе с этим видом спорта познакомился несколько недель назад. Александр Дегтярев заказал специальный снаряд из Москвы, и он понравился нашим спортсменам. Когда мы приобрели весь спорт-инвентарь для данного вида спорта, я походил по тренажерным залам. Ребята попробовали, заинтересовались и объявил им, когда будут соревнования, и вот они пришли. И участники, и судьи этих соревнований войдут в историю бийского армлифтинга. Ведь это первые городские состязания в этом виде спорта. За правильностью выполнения упражнений следят трое судей. Все имеют непосредственное отношение к пауэрлифтингу. Снаряд поднимается с прямой спиной, хват закрытый, фиксация. И по команде судьи главное опускание снаряда вниз. Основная нагрузка при выполнении упражнения приходится на предплечье и пальцы спортсмена. Иван Кречетов – завсегдатай тренажерного зала. Несколько лет занимается троеборьем, поэтому не стал упускать возможности попробовать себя в армлифтинге. Сложность в том, что гриф крутится, он широкий и сложно удержать при поднятии этого веса своего. В бийских состязаниях по армлифтингу в общекомандном зачете третье место у спортклуба «Патриот», вторыми стали спортсмены из команды «Сто пудов» и на третьем месте «СК «Титан». Ирина Попова, Андрей Сигаев, новости ОТН.